Как посмотреть конкретную рекламу конкретного конкурента в Фейсбуке? Для этого мы переходим на страницу необходимого нам конкурента в Фейсбуке, листаем до прозрачной страницы, нажимаем «Все» и переходим в библиотеку рекламы. После этого, как нам откроется библиотека рекламы данного конкурента, мы увидим все объявления, которые у него сейчас работают, которые работают конкретно в этом месяце и которые были в предыдущем месяце. Мы можем посмотреть информацию об объявлении, или же мы можем более детально, или же мы можем просто нажать вот здесь на три кнопочки, пожаловаться на рекламу, если она действительно что-то нарушает, или же копировать ссылку на объявление.